почему ты служил Одину, если он так ужасен? Так ради карьеры же. Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Хороших мест мало? Мой первый хозяин был жесток, но с ним я научился прибегать к силе ума, что помогло мне потом на службе у королей и богов. Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля-фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу. Нас звали проказниками и озорными духами леса. Чего мы только не творили, дурили встречных людей, и пока нашего хозяина веселили эти проказы, нам все сходило с рук. Но однажды ему надоело, и я понял, что мне пора. К счастью, годы превратили меня из веселого проходимца в образец добродетели, который ты сегодня, собственно, видишь перед собой. Еще имя. Хильд. А зачем волшебные руны? Может, мы должны найти что-то в Муспельхейме и Нифльхейме? Еще имя. Гун. Других я не вижу. Как же мы зажжем светильники в башне, которой здесь нет? Мимир, как ты оказался в этих краях? В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. К моменту нашего знакомства я уже знал о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинственный колодец знаний. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. Он был очень впечатлен.
Не знаю, что он такое увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему это проделать. Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретения высшей формы видения. Ну и все такое прочее. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. Он знал, что я его обхитрил, счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня злобу. Наверху. Видишь? Thank you.
Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованием. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его, и его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Мой отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Сын, сюда. Слушаюсь. Карта сокровищ. Отлично.
Кажется, у нас теперь полный набор. Нет мне покоя, пока над могилой отца стоит убийца моей матери. Моего отца похоронили с фамильной драгоценностью. Отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге.
чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Мимир, я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Тогда я был молод, имел амбиции. Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегии, собранности и мудрого совета. И все это я мог им обеспечить. И так бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. Да, но он же Один. Я не был совершенством, парень, но я был умен. Даже слишком умен. Почему Один так на тебя разозлился? Долгое время я просто помогал Одину, и это у меня получалось блестяще. С годами я стал больше думать о мире, и моей задачей стало сдерживать Одина. Защищать от него самого. Я служил миру, но и Одину тоже, это правда, но он счел это предательством. Он мне больше не доверял, но и терять мой ум не хотел. Поэтому он заключил меня в дерево, стал приходить и пытать меня. Хорошо, что пришли мы и отрубили тебе голову. Да, парень, уж я-то как рад. Приготовься! Берегись!
Смотри. Ладно. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. По слухам, неподалеку какой-то могучий гном правит какими-то бедолагами. Я так, к слову. Эй, Брок, ты слыхал о короле гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Да, этот уродец когда-то правил местными жителями. Построил себе замок к северу отсюда. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть. Но перед дорогой советую запастись всем необходимым. Мацагнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю, кто теперь за ними присматривает. Ну, заходите. Вот те вот их в тишине. Дверь-то в полнейшем порядке. Будешь теперь кошки крушить. Так, о чем еще мы говорили? Go!
Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. Отец, берегись сзади! Есть. Смотри. Слушаюсь. Будь проклят, король-гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Что это значит? Слушаюсь. Вейда Даудар. Значит, преследующий смерть. Да уж. Любопытно. Ого! Такие огромные статуи. Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Что там про великана с 8 руками? Его звали Старкат Могучий. Если бы великаны однажды создали армию, Старкат бы вел ее. Впрочем, последнее замечание мне стоило бы держать при себе. Но я был советником Одина. Я дал совет, и его уже было не отговорить. Судьба Старката была решена. Но даже Тору хватило ума не вступать со Старкатом в честный бой. Нет, вместо этого асы распустили во всех мирах слухи о Старкаде, будто он чудовище, которого стоит бояться. Говорили, будто он похитил королеву эльфов, и та покончила с собой, лишь бы великан ей не овладел. Вранье, конечно, но тебе еще рано об этом знать. В итоге это дело затронуло как ванов, так и армии Мидгарда. Окружив Старкада, они осыпали его стрелами, пока тот не упал на колени. Он сдался, надеясь восстановить свое честное имя. Тор воспользовался моментом и оторвал Старкаду одну из рук, а потом еще одну и еще, и так, пока не успокоился. Потеряв 6 рук и слишком много крови, Старкад пал на поле боя. Я до сих пор об этом сожалею. Я знаю, что ничего не мог поделать, но надо было хотя бы попытаться. Ну, вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место.
собирался сделать это сам. Свергнуть Бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Могила его отца. Есть что хорошее? Может быть. Отец, почему смертным от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Mm-hmm. Но мы-то будем сеять добро, да? Дракон! Отец!
Приготовься! Сын. Интересно. Точно, дракон. Он тоже прикован. Наверху что-то есть. Атрей, ко мне. Я иду, иду. Вот это находка! Это что-то необычное.
боюсь его дыхания. Это я и без тебя знаю. Опасен. Наверное. Но ему так грустно. И где ты расслышал грусть среди рева и грома из глотки? Ah!
маленькое было селение. Дракон нападет, нам придется его убить. Да. Я буду готов. Посмотрим. Нет, селение было большое. Его уже нет.
Иди сюда. Слушай. Любопытно. Приказ верить в него, несмотря на ошибки.
псы. Здесь еще один. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Точно. Покровительница охоты. Это ее отец и звери, на которых он охотился. Он ее обучил. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу. Там они и остались. Грустная история. Вы им показали. Драконы быть благодарными. Берегись, отец! Сын, приготовься!